5 октября в дежурную часть полиции поступил звонок. Мужчина сообщил, он убил и закопал своего знакомого. На указанный адрес выехала следственная группа. Сегодня уже известны некоторые факты произошедшего. В Соликамском районе между двумя мужчинами возникла ссора в ходе распития спиртного, в результате которой один из мужчин нанес другому удары в области головы, после чего лег спать. Через некоторое время, проснувшись, он обнаружил, что мужчина, которому он нанес удары, находится в бессознательном состоянии. Вероятно, из-за паники и страха лишения свободы мужчина закопал своего приятеля рядом с кладбищем в Половодово, но через некоторое время все же позвонил в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Санкции статьи предусмотрены наказание до 15 лет лишения свободы. Также сейчас следователи Следственного комитета ждут результаты судебно-медицинской экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося.